современном динамичном мире объем цифровой информации растет на 60% каждый год. Взрослые едва успевают за этими темпами, в то время как современным детям это легко дается. Они выросли в эпоху технологий, и гаджеты стали неотъемлемой частью их жизни не только дома, но и в школе. У меня компьютер появился 2 года тому назад. Слушать музыку, смотреть любимые сериалы онлайн. Современные дети осваивают принцип работы мышки быстрее, чем шнурки. Дети 2-5 лет обычно умеют управлять компьютерной мышью, включать и выключать компьютер и играть в простые компьютерные игры. Многие знают, как звонить по мобильному телефону и запускать веб-браузер. В украинских семьях дети зачастую лучше, чем родители, разбираются в компьютере и интернете. Из 81% родителей, подтвердивших, что у них на домашнем компьютере установлен антивирус, 95% указали, что его установкой и настройкой занимался ребенок. Я учитель начальных классов. Если у меня есть какие-то вопросы по технике, мне больше подскажут дети, чем учителя. Дети очень быстро осваивают все новинки техники. Конечно, все новинки техники всегда на уроках используем. Это очень интересно для развития ребенка. И, конечно же, легче для учителей проводить уроки, заинтересовывает детей и дает какой-то хороший результат. Дети используют интернет для общения в социальных сетях, переписки и скачивания контента. Например, в социальной сети ВКонтакте около 2 миллионов аккаунтов из Украины в возрасте до 16 лет. У меня есть моя страничка в Одноклассниках. Я тут захожу только, когда рядом мама. С одной стороны, гаджеты позволяют нашим детям быть на связи, получать мгновенный доступ к информации и быстрее развиваться. Однако беспечное и неконтролируемое использование техники таит определенные риски. Компьютер – это хорошо, он развивает, он освобождает время родителям свободное, но ничто не заменит живого человеческого общения, особенно общения родителя с ребенком. В разном возрасте детям нужна разная техника. В самом начальном возрасте, то есть молодое поколение, им нужна самая простенькая техника, мобильные телефоны и ноутбуки, самые просто начальные функции. Детям, которые уже немножко постарше, нужны более функциональные устройства, больше гаджетов и хорошо, качественно настроенная техника. Защита от вирусов, от ненужных программ из интернета, которые они могут там найти. Как современным родителям разобраться в море доступной техники? Как выбрать оптимальную модель ребенку и обеспечить безопасность? Как сделать так, чтобы компьютер стал помощником в учебе, а не просто игрушкой? Как не отстать от технологически продвинутого ребенка и стать ему советчиком? Комфи поможет разобраться.